Вы знаете, мы в течение года так много работаем все, каждый на своем участке, как говорится, там на заводе, на фабрике, или в школе, или, или в больнице, или там за письменным столом. Вот, мы много работаем, и поэтому отдых, который нам предоставляет государство в связи с этим праздником, нормально. Понимаете, надо только разумно его использовать. Я, например, не собираюсь все эти дни, и так же, как новогодние праздники, я не собираюсь баклуши бить, не собираюсь просто лежать кверху брюхом и на солнце. Нет, я и поработаю, я и похожу, я и повстречаюсь, и будет возможность куда-то поехать, с кем-то пообщаться, расширить свои связи, кого-то узнать, понимаете, кого-то полюбить по-новому, то есть я имею в виду города, которые я увижу. Так что нормально.